6 месяцев спустя? Фига себе, они полгода провели здесь. Как? Как их схватили на полгода? Ну, мы видите? Что, вообще потрачены? Ну как бы нас, я так понял, отфигачили? Мы же не можем просто 6 месяцев валяться и не, ничего сделать. Ну как так? Самому интересно, вот тебя в наручниках ведут. Люди в керамических лицах. Слышал, какой у него голос писклявый? Может, японец или китаец? А, да, а вот... Я не знаю, неделю спустя, допустим, он это не мог сделать, да? То есть обязательно сейчас. А у тебя Шерри или Джейк? Ну, у меня Джейк. У меня тоже. Слабак, он только через 6 месяцев додумался, что нужно сделать это. Тормозит. А, погодь, а у меня сразу началась Шерри. Игра рассчитана на одного еще. Не представляешься, что я могу врубить музыку. Слушай, да. Слушай, там, где я сейчас нахожусь, да это же моя хата. Она мне так напоминает дом родной. Только кухни нет. Ой-ой-ой, мне с одного удара все снесли. Тут даже телек есть. Плазменный. Может, там и останешься? С радостью. О, я могу даже побежать. Блин, она еще в таком эротичном костюме. Так, не рассказывай, не соблазняй меня, я тут дерусь. Имей совесть. О, вот это ракурсы. Я тут еле побеждаю одного зомбаря. Она тут валяется, музыка играет там еще. Блин. Что это за человек, а? У меня вообще нету инвентаря и здоровья. Нет, ты даже не представляешь, это уже похоже не на Resident Evil, это похоже на какую-нибудь флеш-игру. Блин, у меня глаза жжет от белого. Да, но вот я не могу отсюда выбраться. И это хорошо. У меня черный экран. Это я тебе сделал. А, я вижу. А вот зачем ты это сделал? Теперь мне придется наблюдать за туловищем твоего, блин, протагониста. О, симпатично. О, двери открылись. Это отлично. Девочка. Ой, блин, там этот какой-то сволочь пришла с дубинкой. Подожди, ты лег на кровать его ждать? Ну, я лежал на кровати в таких эротических позах, но вдруг прибежал какой-то бешеный китаец в маске. Ты кого ждал, его или меня? Я? Я вас не ждал. Вообще. Это же мой дом родной буквально. Есть все. Ой, ничего только. Ты творишь? Да, я вижу. Ты видишь, какой она эротический ходит? Ну, вернее, одежде. А ты представь себе, она на кровати лежит. Так, заткнись. Ой-ой-ой-ой, ничего ты там издеваешься. Доигрался называется. Че это? Новая погремушка какая-то. Пиши карта. Ага. Ты заметил, у тебя другой сейчас должен быть этот, как он, хелфбар. Погодь, у тебя разве сейчас не другой хелфбар? Ну, этот, отображение твоего ХП. Другой худ. А знаешь, мне кажется, с чем это связано? С тем, что мы в другой одежде? Нет, в тем, что... Ну, возможно, это тоже. А с чем? Ну, просто ты заметил то, что... Все от мобильника зависит, то есть какой мобильник, такой худ. Ну-ка, какая у меня мобила? Ну вот, видимо, вот эта синяя наша новая мобила. Этот кот наша новая мобила, ну ладно. О, тут нигер идет. Ой, чувак, ты не поверишь, тут, короче, 4 гопника с автоматами пытаются убить Шерри, у которой только электрошок. И мне уж почти все подпочняли. Ну а я сверхчеловек, мне норм. Я мини-вескер. Я куда-то бегу, я не знаю даже куда я бегу, но меня преследуют эти 4 гопника. Ну, вот почему у тебя гопники с парализатором, а у меня противня с автоматами? Они заходят мне в спину, так что нормально. Равно. А, может, ты мне должен какую-то подсказку дать? Да, у меня есть код. Проклятые зомби, откуда у вас такая организованная оборона? Зомби, вы уже совсем не те. Что?
Никого. У меня она еще говорит: Джейк, ты все еще жив. Два. На третье место подолу заметил. Нет. Косоглазый. Китаец. Так, значит, двоих сняли, один остался. Ой, два осталось. Вот последнего убить трудно, я не знаю, какой его маршрут еще. Так. О! Отлично! Что конкретно? А, да вот меня чуть не спалили, ты пришел китаец, я сделал умный, я спрятался в шкафу. А, умный. Умница. Но. Дело в том, что он не идет. Я не знаю, где он. Кто он? Китаец, он где-то броет, а я его не вижу из-за шкафа. Вылез из шкафа. А если я вылезу из шкафа, меня могут спалить. Ты как прибежит толпа. О! Я нашел его. Все, я всех убил. Сталс преобладает. Отлично, я последнего китайца убил. Все, я. Вот, его здесь не надо ввести код. Сейчас я прибегу. Вот значит. Слушай, ты, а что ты видел, как, какими движениями он двигает эту. Блин, я не знаю. Как? Откуда это китаец взялся? Они любят появляться неожиданно и скрытно. Ладно, тем не менее, я его убью, вроде тревоги не поднял. Так, а может тогда сказать, что за символы хотя бы? Что? Что за символы там были? Какой код? Не могу. Просто 6 символов каких-то. О, все, контрольная точка наконец-то. Так, блин, тут еще китайцы. О, пробел. Символы. Ой, у меня тоже символы. У тебя какие? Никаких, я думал, ты мне скажешь пароль. Ну, я тоже не знаю. Трехзначный пароль, input passcode. Гениальный пароль. Заместо каких-нибудь циферок или буквок у меня там эти вот самые. Погоди. Знаки. Кстати, я знаю, как узнать пароль. У меня пулемет. Я знаю, как узнать пароль. Как? А, спрячься в шкафу и смотри, короче, на этот. На вот эту вот штуку. Придет китайцы, начнет его открывать, ты увидишь пароль. Окей. Ты лучше мне скажи пароль. Хотя у меня. Он может быть разный. Так. Я тебя прикрою, ты там осторожнее. Так. У меня просто пулеметы есть, я теперь могу прикрывать тебя. Я, кажется, понял пароль. Так, значит, первый вот этот символ, потом идет. Как я могу запомнить? Три символа, а они какие-то, блин, золото. Сейчас подожду другого китайца. Ладно, подожду другого. А другой не идет, видимо, мне всех китайцев прислали уже. Нет, я не могу никак, по-моему, узнать. Только ты мне можешь сказать. О, как запал. Ты введешь код и откроешь мне двери. Хотя не факт. Сейчас попробую ввести код. Китайцы что-то бузят, я их убиваю. Так, вроде вот это было. Ты, по-моему, сейчас двигаешься к пулемету моему. Сейчас достану пароль. Я все пытаюсь, но, блин, китайцы то идут, то не идут, блин. Я тебе и должен прикрыть. Давайте пройдите уже через дверь. Вот китайцы вроде идет, но, блин, я не знаю, как же долго он идет, блин. Как нас надо атаковать, он, блин, добегает, я не знаю, за секунды. Ты лучше бы бежал в зал с растениями и там и столами, там я по сути. Я не могу! Мне нужно ввести пароль, чтобы пройти через дверь. А китайцы не хотят идти к двери, открывать ее. Я запомнил только первый. О, подошел китаец, сейчас точно запомню. Так. Так, так, и так. Все. О, все, да-да-да, я могу, кстати, делать последовательные удары. Все-таки могу. Все, я запомню пароль. Давай. Сейчас. Бью, короче, китайцы. Короче, мне нужно было просто правую кнопку мыши держать и сжать кучу раз левую, и все. Так, пароль. Вот эта штука. Вот это. И вот это. Open. Я открыл дверь. Что это за зеленая? Бегай дальше, беги, я тебя прикрою пулеметом. Вот, это я. Ой, да тут еще эти. Эй! Ничтожество, я тут. Вот надо, что ли, с шокером? Да. Все, я тебя прикрыл. Подожди, подожди, не там эмблемка сверху.
Эмблемка. Я ее уже снял. Ты ее не можешь снять, потому что ты без оружия. Так. Придется перепроходить Джейком. Вот тебе нужно все двери открывать, а я тебя прикрываю. Так где ты? Вот, ты туда убежал. А, вон ты бежишь. Беги дальше. Я тебя пока не вижу, ты не в моем поле зрения. Знаешь, что мне это напоминает? Старая игрушка на PlayStation была Пятый элемент. Когда там, короче, за тёлку играешь, там такая же тема. Приблизительно такой же геймплей, только я дерусь как Джейк. Но при этом Шерри. Погоди, а тут раздевалка. Все, ты ко мне должен бежать. Раздевалка? Ну да. В раздевалке у меня есть только камера. Стой, скажи мне пароль, я к тебе прибегу. Блин. Снизу вправо, то есть... Нет, ты мне говори 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 6, 1, 3. 6, 1, 3. Да, спасибо. Ну, потому что я зашел сюда, выбраться не могу, видимо, это раздевалка, видимо, я должна ждать тебя. Должна? Ну, подожди. По идее, должен, но как бы актерская игра, раз я играю за тёлку. Ну да, молодец, отыгрываешь. Так, я тут по лестнице ползу. Кстати, игра, вот эта вот глава мне интересна. Да, интересно, стелс хотя бы продумали. Да, но только я все равно не понимаю, почему они такие тупые, 6 месяцев сидели на заднице. Да, вот, они же могли это за месяц буквально сделать. Привет. Ты пришел? Я, кстати, не видел, как ты даже вошел. А во, видишь? Во, сейчас кат-сцена, видишь, какая она эротичная? Нет. Джейк! О, боже. Вернись, пожалуйста, Гюльчатай. Да самому хотелось бы. У нее реально костюм офигенный. Я хочу такой костюм на всю компанию. Кстати, вот что мне не нравится, тут из этой части выпилили главную фишку игры, менять костюмы. Там, например, костюмы по прохождению игр покупать себе, находить или что-то такое, и потом надевать их во время прохождения всякие интересные. Жалко, что это убрали. Это да. Ну блин, ну что ты делаешь? Чего ты там одеваешь? Одень обратно. Или просто все сними. Ходи голый, да? Да. Вот мне забавно. Они полгода здесь сидели, но они не знают, где они сидели. Гениально. Полгода. И смотри, они даже поговорить не успели об Альберте Вескере, но до сих пор помнят. What? Хотя нет, у тебя память как у золотой рыбки. Кстати, что я хочу подметить, заметь, что смотри, Уильям Биркин и Альберт Вескер работали вместе. Они умерли вместе от вирусов. И в итоге их дети вместе борются против вместе с теми, кто убил их родителей. Да. Мстители прям какие-то. Нет, они не мстят, они работают вместе с теми, кто убил их родителей. Да, вот это вот плохо, на самом деле. А как ты думаешь, как дальше будет развиваться сюжет? Я думаю, что они убьются друг друга. Так и Ромео очень любит. Да, но вроде Вескер же потом предал Биркина, ну, в конце видео. Нет, они не, он, их не, он его не предавал. Раз? Игра отдельная, есть Dark Chronicles, по-моему, называется. Dark Side Chronicles. Да, Dark Side Chronicles, там вот как бы описывается все это действие, там действия Альберта в Zero, и что они вместе работали. Да, ну, я знаю, я смотрел просто историю серии от этого. Да-да-да, и Umbrella в итоге всех предала. Ну да, Umbrella. А Вескер, он, кстати, зашибись делал, он все тайны Umbrella себе сохранил, всех перебил, главных основателей Umbrella. Он офигенно сделал, но вот... Он был бы отличным персонажем, но мотивы плохие у него, типа, захватить мир, возлодеть как-то получился. Ну так а что ему еще остается? Он мстит просто всему миру. Не, а он так не сам персонаж. Я хотел поднять его на новую ступеньку эволюции. Персонаж сам по себе офигенный. Кстати, в Resident Evil 4 можно играть за Вескера, да. В наемниках. И в пятом. И в пятом. Да. Офигенный, кстати, персонаж. Да-да-да. Вот, кстати, хочу что сказать. По-моему. Сейчас, глядим. По-моему, можно было бы такую фишку сделать с Вескером. Вот там же говорили, что типа проект Вескер был, что там детей отбирали и улучшали геномы с помощью вирусов и так далее. Единственное, кто выжил, был Вескер. Но на самом деле там выжило двое, по-моему. Но не суть. Я вот хотел бы увидеть такое, что, например, выжило бы 10 детей, и они друг друга пытались бы убивать.
И вот в итоге бы у Альберта была цель убивать. Хотя я тоже могу. Да. Плохая тема. Как тебе такая цель? В принципе, нормально. Ну все, сейчас начнется экшон. Да, экшен, но все-таки давай немного скрытненько все их сделать. Блин, у тебя до сих пор ХП нету. Давай, короче, так, постой там здесь. Давай тогда, наступаем. Беги, беги, беги дальше. Вот, опять. Один мутирует, стрелаться. Осторожнее. Так, ты разбирайся с теми, я сейчас со стрелацем займусь. Ты разберешься? Пока да, вот этих двух, блин, извергов, одного смокинга, а другого так. Я просто стрела... Не, я вижу то, что один превратился в какую-то, блин, паукообразную хрень. Это ерунда еще. Опа! Так что ж ты закупил-то, как? А где-то, иду. Ой, как же позорно, ждал его. И опозорился. Я тогда верхнюю попробую убить, чтобы он нам не мешал. Так, я его там пострелял, чтобы ты его ударил. Я его бью. Все, он мне не противен. Ай, блин! Патронов нету. Ничего, осторожно. Но я, блин, зашел сзади, за спину зомби и убил его. Прям стелс такой. Я убил своего, наконец. Я что-нибудь выпал хорошее? Короче, я понял, просто подходи его и избивай. Кстати, у него личный жетон. Он должен был мутировать. Еще очков. В общем, я там всех этих троих повалил, то возможно было. И заметь, даже всего одну палку по здоровью потратил. Я бы. Ну, а я ну потратил, само собой, больше. А, нет, у меня вообще не потрачено. Как было, так и осталось. Да. Ну, если не считать агонию. Ой-ой-ой, давай, короче, отойдем. У меня нет агонии. Стой, здесь дверь. Не, ну когда тебя повалили на землю, мне пришлось подойти, а, да. Ну это да, извини. Но не важно. Погоди. Держись там, я, короче, сейчас сзади. Да, легко. У меня пистолет. Я вообще. Я, короче, сейчас смотри, по зданию бегаю, сейчас найду либо патронов, либо еще что-то. Ты вообще понимаешь, что СНВ-скер, значит, у меня пригодный талант к пистолетам. Кстати, осторожно, там они. А я что делаю? Я специально сзади них захожу. Какой ты хитрый, девочка.